Привет, мастера. Тема нашего видео – как минимизировать сырость на мансарде. Есть очень дешевый и простой способ, который можно использовать, даже не реконструируя особенно утепление своей мансарды. Вот мы с вами находимся в доме в небольшом, который имеет мансарду на место второго этажа. Вот мы сейчас находимся кухни-гостиной этого дома, и как видите, в нем имеется лестница, в этой комнате имеется лестница, ведущая на мансарду. Вот эта лестница, видите, значит, она открыта напрямую, там весь этот проем на мансарду просто постоянно свободен, и в него вот так вот вписана лестница. Под лестницей организован кухонный уголок. Давайте мы сейчас с вами поднимемся по этой лестнице и посмотрим. Вот, значит, на втором этаже здесь, видите вы, сплошная такая мансардная кровля, то есть вся кровля является, вся вот эта вот стена мансарды является скатом крыши утепленным, и вот этот вот проем лестничный вниз открытый. Значит, по всей вот этой площади, по двум сторонам у нас имеются, можно сказать, сплошные мансардные стены. И только одна стена у нас, можно сказать, почти полная капитальная стена. Беда сырости мансард заключается в том, что влажный воздух из кухонного помещения в основном поступает в верхний объем мансарды. И таким образом появляется возможность конденсата влажности на границах, где холодные зоны вот в этих стенах появляются, или пропуски воздуха сырого. Вот посмотрите, значит, такой предлагается вариант. Лестницу закрыть специальным тамбуром. То есть теперь вот мы находимся в той же самой мансарде, которая немножко реконструирована. Теперь лестница не имеет прямого вот такого входа открытого в эту мансарду. Она выгорожена вот таким глухим тамбуром с полной гидроизоляцией перегородок, с полной проклейкой всех швов, и там 100% гидроизоляция установлена в этой перегородке, вмонтирована. Теперь давайте посмотрим. Вот у нас первый этаж. На первом этаже тоже у нас есть некоторые изменения, если вы сразу заметили сами. Вот мы находимся в этой комнате первого этажа, в которой изначально была просто лестница открытая на мансарду. Теперь уже эта лестница не открытая, этот тамбур замкнут, лестница открыта в тамбур, который с двух сторон ограничен дверью. И теперь вот давайте мы сейчас посмотрим, какие еще нужно меры по вентиляции предпринять, чтобы влажность не проходила в зону мансарды. Во-первых, нужно не только отгородить лестницу тамбуром, но также устранить все пропуски влажного воздуха через перекрытие первого и второго этажа, устроенное со 100% гидроизоляцией. Вот мы с вами находимся в комнате, вот, можно сказать, в душевой, в которой повышенный уровень влажности всегда, то есть там сыро. Чтобы эту влажность куда-то удалять, в таком помещении, в доме с мансардой, должна быть обязательно самотечная вентиляция. Вот видите, вытяжка там у нас наверху указана была. Сейчас мы заходим в туалетную комнату. Это тоже довольно сырое помещение. И здесь тоже, в этой комнате, как и во всех стандартных квартирах многоэтажных домах, устроена вот такая самотечная вытяжка, которая вытягивает воздух из этого объема. То есть сырой воздух из этих помещений, из влажных, не может подниматься сквозь щели в перекрытии в мансарду, в помещение мансарды. То есть в этих комнатах создается некое свое разрежение, и постоянно происходит некоторая тяга воздуха. Теперь давайте перейдем с вами в кухню и рассмотрим подробнее. Здесь вот видите, в кухне установлена вытяжка. И в кухне самым большим источником сырости являются вот эти кастрюли, чайники, которые постоянно пыхтят паром. И вот эта вот вытяжка должна полностью устранять, вытяжка тоже самотечная, должна вытягивать всю эту сырость вне, за пределы самого дома. Если использовать все вот эти вот наши советы, кроме этого, в углу где-нибудь этой комнаты обязательно должно быть еще установлено пару простых самотечных вытяжек, чтобы добавлять вот эту вот
тягу влажного воздуха из этого помещения, плюс двери, которые ограничивают лестницу на мансарду, в отдельный практически герметичный тамбур. Эти двери могут быть сделаны с уплотнением, это могут быть заводские двери, которые закрываются очень плотно. Перегородка между комнатой и лестницей на мансарду может быть выполнена 100% глухо, с проклейкой швов, со слоями гидроизоляции, специализированным скотчем, и тогда уже никакой воздух из влажного помещения кухни, где, или кухни-гостиной, где постоянно что-то варится, а воздух в этих помещениях довольно влажный, он уже никогда не поднимется в зону мансарды. В зоне мансарды также можно организовать пару вытяжек. Конечно, это некоторая потеря тепла, и такое помещение нужно топить будет немножко больше, потому что все-таки мы же должны чем-то расплачиваться за какие-то дополнительные удобства, используя подкровельное пространство. Поэтому вот такой легкий и, можно сказать, дешевый способ мастер дарит всем, кто хочет решить проблемы с сыростью на мансарде. Подписывайтесь на наш канал.